Товарищ генерал, особого статуса лицею, для обговорения вашей книги «Память судьбоносных огненных лет» та проведення уроку миру зібрано. Заступник начальника ліцею Прокон Шмаков. Здравствуйте, товарищи ліцеїсти! Презентация новой книги «Память судьбоносных огненных лет» прошла в военном лицее. Автор этого произведения, посвященного событиям Второй мировой войны, 90-летний генерал в отставке Роман Агриков, лично пришел ответить на вопросы лицеистов. Не верьте тому, кто говорит, что не страшно. Но не это главное. Главное то, что на войне было трудно. Трудно. Надо было работать, окапываться, совершать марши и так далее и тому подобное. От будущих офицеров множество вопросов. Как жилось в страшные для страны годы? Как воевали и даже как праздновали Новый год на войне? Лицеисты заверили генерала, что никогда не забудут тот подвиг, который совершили их предки. По поводу отношения молодежи к Великой Отечественной войне, к уважению памяти и тому подобное, я бы хотел выразить, наверное, мнение всего лицея. Мы помним, уважаем и всегда будем помнить. Роман Агриков, в свою очередь, поделился с лицеистами своим мнением о том, с какой угрозой им придется столкнуться в будущем. Откуда стоит ждать нападения, а кого, по его мнению, можно считать союзником? Глобализм во главе с Соединенными Штатами Америки. Туда много еще можно кого причислить к этим глобалистам. Исламизм, объявивший джихад Америке, и неофашизм снова поднимает голову фашизм. Его сейчас называют неофашизм. Вот этим основным трем течениям противостоит разрозненные, к сожалению, силы стран и народов демократического пути развития. Подобные уроки не редкость в этом учебном заведении. Именно так молодые лицеисты перенимают опыт у уже состоявшихся военных. На таких уроках молодые люди впитывают в себя, как губка, традиции, те, которые были завоеваны нашим старшим поколением. Здесь они учатся, как быть настоящими защитниками Отечества. Я всегда думаю, что мы оставляем молодым. А лицей – это лицо молодежи. Антон Доценко, Игорь Гвоздев, телекомпания АТВ.